В отечественную историю Сурикова влекли эпохи переломные. События драматические, судьбы неординарные, характеры сильные. Трагическая судьба опальной барыни Морозовой поразила его еще в детстве, когда он впервые услышал рассказ о ней. Должны были пройти годы, чтобы дремавшая в памяти подкрепилась знаниями, прочитанными в книгах историков, соединилась с литературным образом Морозовой в сочинениях современных писателей. Феодосия Морозова принадлежала к самому родовитому русскому боярству. Она была яркой противницей реформ Никона и последовательницей протопопа Аввакума, духовного главы раскольнического движения на Руси в 17 столетии. Суриков изобразил момент, когда Морозову, закованную в цепи, провозят по московским улицам на позорище, чтобы затем заточить в Боровский монастырь, где она и закончит свои дни. Во всем облике Морозовой выражена фанатическая сила, готовность идти на любые муки, но остаться верной своей идее. В торе двуперстью Морозовой символу старой веры юродивый, тянется за санями нищенка, склоняет перед боярыней красивую голову юная барышня в голубой шубке, бегут за розвольнями мальчишки, непременные свидетели всего, что происходит на московских улицах. Они олицетворяют живую связь времени настоящего и будущего, сохраняя в памяти реально, становящуюся для следующих поколений историей. Так и Суриков подростком не однажды бывал вовлечен в круговорот сибирских событий, впечатления от которых вплетались в канву его исторических полотен. Московский люд 17 века в пестроте одежд, состояний, возрастов и отношений к Морозовой заполняет картину. Это живописное полотно является полное единство глубоко драматического содержания и щедрой красоты живописи. Морозный воздух, искрящийся голубой снег, богатое разнообразие одежд, маковки церквей, опушенные снегом крыши домов, сливается стройное живописное звучание, подобно мощному многоголосию хора или оркестра, подчиненного воле дирижера. До начала работы над картиной Суриков совершил поездку в Европу. Знакомство с классическим и современным искусством много значило для художника. Его особенно покорили венецианские колористы эпохи Возрождения. Он воспринял их живописный принцип – единство тона при богатстве цвета и его оттенков. Благодаря этому художник замечательно передал колористические особенности русского зимнего пейзажа, достигая в его изображении почти импрессионистического эффекта. Картина покоряет красотой и разноцветием старинных одежд, которые соединяются в единый декоративный узор, предвосхищая художественные принципы мастеров следующего поколения. Но в многообразии цвета не теряются характеры людей. Для Сурикова особенно были привлекательны женские лица. По окончании работы над полотном художник будет в портретах воплощать свой интерес к красоте женских типов и характеров, многие из которых могли бы войти в многоголосый хор картины. Суриков обладал редчайшим даром прозрения прошлого и в своих исторических полотнах умел воссоздать самый дух минувших эпох, устанавливая таинственную связь между днем нынешним и ушедшим.